Я с тобой не говорю, а я злой. Ты злой? Да я тоже не подарок. Игорюшины игруши. Привет, ребята. Сегодня мы открываем паровозика. Но необычного. 10. 10. И не просто 10, а дизель 10. Да, вот такой крутой. Вот такой черный и дизель тоже. Да, в команде Томаса и друзей есть еще такой дизель 10, крутой. Мы тоже его вот нашли и решили его достать из гаража. А где мы его купили? Я не помню. Вперед! Ну-ка, давай, давай. Эй! Открывай же его скорей! Давайте все вместе! Все вместе! Ой, уковырь! Так, гараж почти сохранили, но не очень. Ну давай же скорее покажем ребятам дизеля 10. Что это за чудо? У него даже есть ковш! Я не как же я догадался! Вот, я про это и говорю, что у него есть двигающийся ковш. Давай быстрее покажем ребятам. Вот такой вот дизель 10, ребята. Смотрите, какой. Ну, у него, правда, очень злое лицо. У него прямо, смотри, какие брови. Прям вот кто-то его разозлил. Он, наверное, как его брат, обычный черный дизель. Вот этот. Он тоже никого не любит и всех дразнит. У него есть вот такой, кстати, ковш. Да? Вот, вращающийся. Один из немногих паровозиков из этой серии, у которых что-то вот двигается и вращается, да? Что у него еще тут? А, он просто по кругу, да, ходит? Можно. Просто по кругу. Сейчас мы тебе... Ты прицепишь и брата дизеля подцепишь. Они вообще братья или что? Колеса проверяем. Все работает. Вот такой крутой дизель. Он же не на бензине работает. Он работает на дизеле. Он очень мощный, кстати, может тянуть все составы. И все вагоны, да? Большой паровозик, четырехосный, кстати. Видишь, четырехосный. Не у всех четыре оси бывает. Ну, держи. Дизель 10. А у меня вот, Игорюша мне отдал обычного дизеля. Это, кстати, наш первый паровозик, который мы распаковали. Да, мне больше нравится этот. Эй, дизель 10! Ты приехал, чтобы копать уголь? У тебя для этого есть ковш, а у меня нету. Это очень нехорошо, что у меня его нету. Я с тобой не говорю, я злой. Ты злой? Да я тоже не подарок. Вот тут со всеми ругаюсь. А я даже не засмеюсь, когда тебя увижу. Я просто новый такой старый. Ты просто новый старый паровоз. Да. Я тоже почти новый. Я на электричестве я еду, а ты? Нет, ты ездишь на дизеле, как и я. Не надо меня обманывать. И меня не надо обманывать. Правда, у тебя есть ковш, поэтому ты круче. Да и цвет у тебя поярче, поэтому ты тоже... У меня ковша нету. Как это нет? Гриболка. Гриболка? Да. Такого не знаю. Ничего себе. Ну давай, показывай свою работу. Сейчас. А мы посмотрим. Эй, дизель 10. Тут прилетел Гарольд. Спрашивает, не нужна ли тебе какая-то помощь. Гарольд, знаешь, смотри, дизель. Улетай, Гарольд, улетай, Гарольд. Не нужна помощь? Нет, не надо. Дизель, смотри, как я копаю. Молодец. У тебя хорошо получается. Тебе же это нужно в качестве топлива, добычи угля, да? Да. Ну давай, цепляй паровозик с углем, который ты накопал. Уезжай. Целый вагончик угля ты накопал. Ну давай, цепляй его к себе и будем уезжать. Нам пора прощаться с ребятами. Наше время вышло. Да, ребята? Уголь рассыпался. Какой нерасторопный дизель 10 оказался, да? Пока, ребята. Наш дизель 10 с ковшом выполнил задание сегодня. Да, накопал кучу угля и прицепил с ним вагон. Да? Да. До новых выпусков. Выбирай любую. И подписывайся на канал Игорюшины Игруши.